как студенты за партой. Руководители ленских подразделений «Алроса» наизусть рассказывают 5 принципов политики промышленной безопасности. Их должен знать каждый, от директора до рабочего. Никто не хочет быть инвалидом, это все понятно. Но разделяют ли они именно наши ценности? Вот производственная безопасность является в приоритете. Все вовлечены. Руководители – это уже контроль второго и третьего уровней. Их всего 3. Первый – самый многочисленный. Начальники участков и специалисты, ответственные за пожарную, промышленную и транспортную безопасность. Третий – топ-менеджеры. Для всех уровней принципы едины. И тренинги тоже должны проходить все. Но именно практика позволяет заметить даже мелкие нарушения. Высокая эффективность совместных осмотров производственных помещений. Можно много отсылать бумаг, презентаций людям, чтобы они знакомились, проводить разъяснительную работу. Но мое мнение, и инициатором в этом опросе был директор ПО ДТ, главный инженер. Мнение, что практика и показ, как это делается, инициатива все-таки исходит от них. Это очень полезная вещь. Все замечания заносятся в специальные журналы. Руководители на местах следят, как они будут устранены. В подразделениях «Алмаздортранса» каждый день нужно думать о безопасности за станком, за рулем или в кабине портального крана. Здесь за вовлеченность в решение проблем охраны труда борются всеми возможными способами. Компании, которые очень много лет на рынке работают, и они прям гордятся, что 20-30 лет у них ничего не происходит. Ну, у «Алмаздортранса» тоже есть такие достижения. Но еще раз говорю, мы не хвастаемся, это действительно достижение, что у нас есть направление, по которому у нас уже несколько лет не происходило. Но, естественно, это не значит, что мы должны остановиться. Месячники промышленной безопасности, отдельные мероприятия по охране труда. В каждом подразделении «Алроса» их требования соблюдаются неукоснительно. Осталось научиться выполнять их не периодически, а постоянно. И просто безопасно жить и трудиться. Сейчас каждый работник компании может самостоятельно ознакомиться с новой информацией о промышленной безопасности и охране труда. Достаточно просто зайти на сайт промбезалроса.ру. Он доступен со всех мобильных устройств и компьютеров. На сайте все свежие новости, памятки о промбезопасности, инструкции и контакты, куда обращаться, если человек стал свидетелем нарушений. Олеся Васева, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край».